Дорожная практика. В Иванове презентовали мобильный автогородок. Он представляет собой микроавтобус с прицепом, оборудованный для проведения занятий по дорожному движению. По сути, это интерактивный мобильный класс, который позволяет освоить детям и теорию, и практику дорожного движения. Ребята, изучив определенное количество вопросов теоретических правил дорожного движения, уже на практике могут попробовать двигаться через перекресток, где наш инструктор моделирует ситуацию. Ну, сами понимаете, да, равносторонний перекресток. Где-то ты на второстепенной, где-то на главной дороге. Ну, в общем, разные жизненные, скажем так, ситуации. Мобильный городок появился в регионе благодаря федеральной целевой программе. Стоимость мультимедийного комплекса – 4,5 миллиона рублей. Автогородок позволит юным ивановцам дошкольного и школьного возраста изучить правила, сдать небольшой экзамен по ПДД, отработать навыки пешехода, управление велосипедом и мини-автомобилем. Данное оборудование будет использоваться на территории всего региона. То есть мы загружаем оборудование и совместно с педагогами выезжаем в любую точку нашей области, будем говорить, в любую школу, и там уже организовываем, проводим практические занятия. Оборудование позволяет воссоздать сектор проезжей части где угодно. В ближайшее время автогородок будет курсировать по школам и садам областного центра, а уже позже, в соответствии с графиком, отправится в муниципалитеты. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.